Для забора крови мы можем пунктировать любую вену, но чаще всего мы используем вену цефалика. У этой собаки уже брали кровь, поэтому у нее есть выбритое окошко. Для лучшей визуализации мы накладываем сверху жгут. Обрабатываем место пункции спиртом. Вот так теперь у нас видна вена, и мы будем ее пунктировать. Кровь мы берем самотеком. Пунктируем обычной иглой вену. Чтобы кровь начала течь. Набираем пробирки на биохимический анализ крови. На общий анализ крови. И наберем в капилляр. В капилляр очень важно набирать кровь без воздушных пузырей и быстро относить его на исследование. После того, как мы взяли кровь, мы снимаем жгут и накладываем давящую повязку на место забора крови, для того, чтобы не формировалась гематома. Если вы берете кровь при хозяевах, то акцентируем внимание на то, что повязку нужно снять через 10-15 минут.